парке киноприключений «Мастера Панина» отгремело зрелищное шоу каскадеров «Империя трюка». Это представление не было премьерным. Оно уже давно входит в постоянный репертуар мастерской и, тем не менее, всегда собирает на трибунах сотни зрителей. А секрет неугасающего интереса в том, что программа шоу регулярно обновляется. В течение 6 месяцев каскадеры оттачивают свежие трюки, чтобы удивлять и радовать гостей. Программа минувшего представления включала в себя выступления мотоциклистов, дрифт вокруг автомобиля, балансирующего на 2 колесах, прыжок с 50-метровой башни, проезд машины сквозь салон автобуса с огненными спецэффектами, переворот легковушки, так называемая коза, и много других впечатляющих трюков. Но отнюдь незрелищность является ключевым приоритетом для команды Игоря Панина. Самое главное — безопасность. И если что-то идет не по сценарию, то у каскадеров всегда есть запасной план. И даже несколько. Там порядка 3 вариантов. А там уже зависит, как пойдет не так. То есть мы заранее предугадываем и планируем, что может пойти не так. Если оно пошло, то за короткий промежуток времени, там доли секунды, мы принимаем верное решение, чтобы нам не получить травму. Вот, например, трюк с автомобилем, который кружится в заносе без водителя. Из-за недостаточной влажности дорожного покрытия машина начинает крутиться чересчур сильно. Каскадер выходит на арену, чтобы взять управление на себя. Но безумная семерка брыкается, и пилот падает прямо под колеса. Зал замирает, а каскадер ни на секунду не теряется. У него все под контролем. Ну, не знаете, уже, знаете, до автоматизма настолько все отработано, да, что как бы любое что-то не идет не так. То есть уже как-то в голове срабатывает, что нужно там уйти, перевернуться, вот, убежать, там, спрыгнуть, что-то нужно сделать. То есть уже это на автомате. Адреналин чувствую, как же еще? Следующее шоу по плану парка киноприключений «Мастера Панина» — «Танки против Бигфутов». 8 мая у нас танки против монстр-траков. У нас будут монстр-траки биться, у нас будут бигфуты маленькие, бигфуты побольше. И будет бигфут-монстр, у нас 5 бигфутов, и будет 2 танка. И они будут соревноваться, будут бодаться, кто из них круче. Привезут на грядущее шоу и легендарный трактор К-700 «Кировец». Он тоже примет участие в ожесточенных сражениях. А какая из машин окажется самой крепкой и выносливой, мы узнаем 8 мая.